в Уфе по поводу уборки снега, о чем Голованова, так сказать, не очень-то и говорила. И, собственно, на оперативке напрямую не говорили, но в Уфе ситуация катастрофическая, и уже начались карательные меры. Ну, помимо того, что штрафуют управляющие компании, которые платят штрафы городу, который не убирает снег, из денег жильцов. Понимаете, тут круг замкнулся, это очень удобно, да? А давайте оштрафуем управляющую компанию, а все равно жильцы платят деньги. Так вот, 6 из 7 глав районов Уфы получили выговоры за плохую уборку снега. Ну вот 6 к 7, да, только Демский район посчитали, что там убирают снег нормально. В остальных нет. Почему-то это не наводит на мысли о том, что рыба гниет с головы, что на самом деле дело не в главах районов, хотя они тоже молодцы, как говорится, со знаком минус. Но дело, скорее всего, конечно, в уфимском мэре, который очевидным образом не справляется со своими прямыми обязанностями. Прямыми, простыми и понятными. Уборка снега, очистка территорий и так далее, и так далее. То есть вот этот вот юноша на самокате все еще устраивает Ради Фаритовича, либо не доходят руки.